Физкультурно-оздоровительный фестиваль школьников «Классные старты» завершается. Сегодня финал, в котором встречаются команды движения из Бузулукского района и команда «Патриоты» из Беляевского района. Игра нам предстоит, ведь сегодня у нас финал. Финал, где ребята поборются за главный приз, за путевку на Черноморское побережье. По правую руку от меня команда в красной форме, представляющая Бузулукский район. Команда «Движение». Бежать, спешить и прыгать, готовы целый день. Чтоб кубок в спорте выиграть, трудиться нам не лень. По левую руку от меня команда в бирюзовой форме, представляющая Беляевский район. Команда «Патриот». Аплодисменты! Наша команда «Патриоты» сильные, смелые, все для победы сделаем! Ну и представляю вам нашу судейскую коллегию. Возглавляет нашу судейскую коллегию президент Федерации гиревого спорта, мастер спорта по гиревому спорту Владимир Владимирович Баранов, здравствуйте! Ему помогает начальник управления спортом Министерства физической культуры спорта Оренбургской области Андрей Александрович Холодов, здравствуйте! А также начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Оренбургской области Александра Анатольевна Чупина, здравствуйте! Итак, жюри у нас представлено, команды представлены. Зрители, я вас не слышу! Первый конкурс наших сегодняшних состязаний, нашего финала, будет конкурс «Это мы». Это некая визитная карточка, это, если хотите, логотип команды, где они проявят себя не только со спортивной, но и с творческой стороны. В конце концов, каждый спортсмен – творец, можно сказать, артист. И как у них это получится, будем следить и будем болеть. Первым предоставляется открыть конкурс «Это мы» команда в красной форме, представляющая Бузулукский район. Команда «Движение». Давайте их встретим! Начался конкурс «Это мы» для команды «Движение». И команда «Движение» предлагает также подвигаться в дисциплине «Это мы» команду «Патриот», представляющая Беляевский район. Я даже слова знаю.
Аплодисменты! Конкурс «Это мы» закончила команда «Патриот». Команда из Беляевского района. Вы знаете, я до сих пор не могу просто остановиться. Но остановиться нужно. Почему? Для того, чтобы послушать наше жюри. Посоветовавшись, мы все же отдали преимущество в этом конкурсе команде из Беляевского района «Патриоты». Она получает 5 баллов. Команда Бузулукского района «Движение» 4 балла. Ну что же, после первого конкурса впереди команда «Патриот». Но я знаю команда «Движение», и она еще свое станцует, я вас уверяю. А у нас в эфире классные старты! А сейчас по-настоящему спортивный конкурс. Конкурс называется «Все вместе». Вот ребятам нужно будет обуться вот в эту сумасшедшую обувь и в ней впятером пройти до своей пятерки их же ребят, которые ждут на другом конце дистанции. И эти ребята должны будут обратно вернуться сюда, на место старта. Итак, на старт, внимание, марш! Конкурс, который проявит командный дух. Умение взаимодействовать. Посмотрите, как они идут! Практически без ошибок! Вровень! Вот это да! Так, переобуваемся! Переобуваемся! Так! Итак! Ну! Смотрите, что творит команда «Патриот»! Вот это да! Вот это скорость! Вот это да! Закончился конкурс «Это мы». Кто из них был быстрее, выше, сильнее, об этом нам поведает наше жюри. Давайте послушаем жюри. В этом конкурсе с небольшим отрывом победила команда «Патриоты» Беляевского района. Общий счет 15-13 в пользу команды «Патриоты» Беляевского района. Итак, пока у нас впереди на своих скороходах команда «Патриоты». Но я очень знаю потенциал команды «Движения». И они еще подвигаются и зададут жару. А мы будем с нетерпением ждать этого счастливого момента здесь, в спорткомплексе «Олимпийский», на наших классных стартах! Вот так вот! Сейчас у нас необычный конкурс. Конкурс, который называется «Покори вершину». Эх, лучше гор могут быть только горы. И эти ребята очень хорошо это знают и готовы к покорению этих вершин. Ребята, вы готовы? Да! Тогда я говорю на старт, внимание, марш! Итак, конкурс «Покори вершину». Какая грация! Какая скорость! С ума сойти! И больше ничего. Как они хорошо проходят. Напоминаю, у нас соревнуются две команды. Команда «Патриот», они в бирюзовой форме, и команда в красной форме, команда «Движение». Что творится, а? Девчонки двигаются вровень с мальчишками. А некоторые девчонки даже обгоняют мальчишек. Говорят, ха-ха, и ты называешь себя после этого мальчишкой. Да это я мальчишка, говорит девчонка, и покоряет очередную вершину. А так мы смотрим. Заканчивается соревнование. Еще немного, еще чуть-чуть. И победа, возможно, будет. Так, команда «Патриот», я вижу. Так, команда «Движение», вижу. Ага, передали эстафету. На старте хлопнули друг дружке в ладошки и побежали покорять очередную гряду этих гор. Непокорных гор, но очень покорных для наших участников, которым не страшны ни огонь, ни вода, ни медные трубы, а тем более вот эти вот горы. Итак, закончился конкурс «Покори вершину». Сейчас мы услышим приговор нашего жюри. Кто же победил в конкурсе «Покори вершину»? Команда наша, которая называется «Патриоты», пришла к финишу первой, поэтому она получает 10 баллов. Команда «Движение» получает у нас 9 баллов. По результатам трех конкурсов команда Беляевского района «Патриоты» получают 25 баллов, команда Бузулукского района «Движение» получают 22 балла.
Отныне команда движения будет носить имя команды «Бросок», а мы будем следить, как она будет соревноваться с командой «Патриот». Будем следить, будем болеть. У нас в эфире классные старты! Очень громкие ребята. Следующий конкурс называется «Сумо». Какой конкурс? Какие состязания? Какая будет борьба? Борьба не только тел, но и борьба характеров. Конкурс проходит у нас в три этапа. Три раунда по 30 секунд. Нужно соперника попытаться вытолкнуть за пределы этого татами или поставить перед собой на колени. Итак, на старт. Внимание, начали! Итак, команда «Патриот» и команда «Стоп!» Был заступ человека в синем трико. Второй раунд. На старт. Внимание. Начали. Хитрит один, хитрит другой. Не сдается. Итак, ну. Нет, еще нет. Стоп. Было расцепление рук. В этом соревновании победил человек в красном. Поаплодируйте. Человек с синим был более чем достоин. Отличный был соперник. Пожмите друг другу руки. Вы молодцы. Так, пожалуйста, а теперь я жду следующую пару участников сумо на этом татами. А нам предстоит насладиться зрелищем еще одного противостояния двух японцев из Беляевского и Бузулукского района. В три этапа проходит конкурс. Первый этап. На старт. Внимание. Марш. Начали. Руки не расцеплять. Стоп. Второй раунд. На старт. Внимание. Марш. Начали. Стоп. Смотрите. Итак, третий этап. На старт. Внимание. Марш. Начали. Ну, кто кого. Не расцепляем руки. Не заступаемся. Не падаем. Стоп. Заступил. Закончился конкурс сумо. Не знаю, как вам, но мне это зрелище доставило большое удовольствие. Я бы сам с кем-нибудь поборолся, но, к сожалению, ведущему соперника нет. Но дело не во мне, а дело в ребятах. Сейчас посмотрим, кто из них победил. Вернее, послушаем наше жюри. Победили спортсмены команды движения. Таким образом, команда движения в четвертом конкурсе получает 10 баллов, команда «Патриоты» 9 баллов. Общий счет 34-32 в пользу команды «Патриоты». Ну, что я вам говорил, у нас все только начинается, и одна команда, которая немножко пока не везет, еще покажет другой команде, которой пока везет. Будем следить, будем болеть. У нас в эфире классные старты! Ну что ж, уважаемые друзья, следующий конкурс нас ожидает, захватывающий конкурс. Конкурс, который называется «Лабиринт». Как ребята справятся с этой задачей, я не знаю. И обязательно в следующий раз, если я сам пойду в этот лабиринт, я один не пойду. Я обязательно возьму за ручку какого-нибудь ребятенка, вот в этом, или в красном, или в голубой форме, и который меня поведет по этому лабиринту. Итак, на старт, внимание, марш! Соревнуются команды «Патриот» и команда «Движение». Команда «Патриот», напоминаю, представляет Беляевский район. Команда «Движение» представляет Бузулукский район. Ну что ж, посмотрим, как ребята проходят. Очень динамичный конкурс. Посмотрите, они не плутают в этом лабиринте. Они легко и спокойно находят выход. Как, собственно говоря, они, по-моему, эти ребята находят выход в любой, даже жизненной ситуации. Смотрите, одновременно, как говорится, нос к носу, ноздря в ноздрю идут ребята, и никто не хочет уступать пальму перца. Кто будет первый? Не знаю. Смотрите, девчонки, с каким азартом, а? Ой, как хорошо они проходят. Все у них работает. Мышцы. Закончился конкурс «Лабиринт». Я обращаюсь к нашему жюри, которое сейчас объявит нам для этих замечательных команд после конкурса «Лабиринт». Все, внимание к жюри. В конкурсе «Пройди лабиринт» победила команда «Патриоты». Общий счет 44-41 в пользу команды «Патриоты». Ну что ж,
Пока лидирует, пока, подчеркиваю, лидирует команда «Патриот». Но все-таки, все-таки команда движения, я верю в них, они еще себя покажут. У нас впереди классные старты! Громче! Классные старты! Завершающий конкурс нашего сегодняшнего финала. Конкурс, называющийся «Баскетбольный тоннель». Итак, уважаемые друзья, начинаем баскетбольный тоннель. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Что же, команде движения нужно совершить невозможное. Невозможное! Они должны, они обязаны вступить в борьбу с командой «Патриот». Но нужно это делать быстрее, задерживаться нельзя. Конечно же, ведь на кону финальный приз. Все, ради чего и затевались наши классные старты. Неужели команда движения уступит команде «Патриот» в этой дисциплине? Но, смотрю, не хочет. Все-таки они рвутся к возможной победе. Посмотрим, что у них получится. А что же команда «Патриот»? Команда «Патриот» буквально вдохновленная своими предыдущими успехами. Как на крыльях летит к своей возможной победе. Закончился финальный этап нашего шоу «Классные старты». Предлагаю нашему многоуважаемому жюри объявить результаты этого конкурса, объявить финалиста, чемпиона наших классных стартов. Слово жюри! По итогам баскетбольного тоннеля получает 11 баллов команда Беляевского района с символическим названием «Патриоты». И 9 баллов получает команда Бузулукского района «Движение». Первое место и 55 баллов по общему зачету получает команда «Патриоты». И также наши финалисты. Второе место и 50 баллов в общем зачете команда «Движение». Первый сезон физкультурно-оздоровительного фестиваля школьников «Классные старты» завершен. Преодолев нелегкий путь, финальную битву выиграла команда «Патриоты» из Беляевского района. По итогам 6 конкурсов ребята набрали 55 баллов и заняли первое место. На втором месте команда «Движение» из Бузулукского района. Обе дружины достойно выдержали все испытания, но на этот раз удача улыбнулась школьникам из Беляевки. Нам весело, потому что мы выиграли, и мы очень рады за себя, будем стремиться к дальнейшим призам. Организаторы соревнований подготовили призы для каждого юного спортсмена. Главные награды – кубок победителя и сертификат на отдых на Черном море – команде «Патриоты» вручили начальник управления организационной работы и туризма Министерства физической культуры и спорта Оренбургской области Геннадий Лискун и министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов. Соревнования не завершились с окончанием состязаний. Ребята переходят на новый этап, и те, кто сегодня принимал участие в состязаниях, они станут уже тьюторами, гуру, старшими наставниками для нового поколения, кто придет в следующем году в этот проект. Классное мероприятие, здорово, что оно есть. Мы сейчас думаем над тем, как его увеличить, количество его участников. Спорт сегодня должен становиться нормой жизни для каждого человека. Каждый человек должен себе в той или иной мере приобщаться к занятиям физкультурой, занятиям спортом, вести здоровый, активный образ жизни. И вот на примере этих детей мы надеемся, что новое группы школьников тоже будут подключаться к занятиям физкультурой и спортом. Ну что ж, давайте пожелаем нашим ребятам успехов в учебе, в жизни, а вас всех я призываю вести активный спортивный образ жизни, какой ведут эти ребята. У нас классные старты, пусть гордо реет знамя спорта! Ура! Развиваются наши знамена, пусть каждый станет из нас чемпионом. Вива Россия, вива надежда страны! Вива Россия, вива надежда страны!